Эй, всем привет, чуваки, с вами снова Бэмби. И сегодня у нас будет обзор модуля Mirage F1. Да, у меня уже был стрим с первым взглядом на этот самолет. Но я подумал, что если кому-то интересно узнать про модуль, то проще будет глянуть короткий видос, чем полностью пересматривать полуторачасовой стрим. Так вот, ну да ладно, давайте приступим. И Mirage F1 это французский истребитель третьего поколения, который является прямым конкурентом самолету МиГ-21 БИС. И давайте начнем обзор с осмотра кабины Миража. Я вам так скажу, что кабина этого самолета выглядит довольно-таки футуристично. Особенно если вспомнить о том, насколько старый этот самолет. Третье поколение, как-никак. Но в кабине у Миража есть и недостатки. Ну, во-первых, кабина этого самолета очень темная. Черная, я бы даже сказал. Ну, серьезно. Черные тумблеры, черные приборы. На черном фоне это просто 10 из 10. В скобочках нет. Ну, а еще Мираж является типичным представителем школы французского дизайна. Назовем это так. Все дело в том, что элементы управления самолетом разбросаны довольно-таки хаотично по всей кабине. И иногда целая проблема найти нужный тебе тумблер. Типа, смотрите сами, часть элементов управления РЛС находится под дисплеем. Другая часть элементов управления РЛС находится справа на панели управления вооружением почему-то. Еще одна часть элементов для управления РЛС находится вообще на вот этой вот ручке, которую пилот должен крутить, судя по всему, при помощи третьей руки. Ну, поскольку в бою левая рука находится на руде, а правая на РУС. Ну а режим РЛС переключается при помощи вот этого вот тумблера, который спрятан так, что хрен ты его найдешь вообще. Ну или другой пример. На самолете есть кнопка для включения режима ближнего воздушного боя. Режим в целом очень удобный, выбирает ракеты для ближнего воздушного боя, а также пушку. Включается кнопкой на РУД, но кнопку для выключения на том же РУДе конструкторы почему-то не придумали и поместили тумблер для выключения режима ближнего воздушного боя все на ту же злосчастную левую стенку. Не понимаю, почему бы часть элементов управления не перенести на РУД или на РУС, например. Но тут еще, конечно, стоит делать скидку на то, что это истребитель третьего поколения. И что до полноценной концепции ХАТАС авиаконструкторы дойдут сильно позже. Так что не стоит быть настолько уж строгим к этому самолету. Просто говорю, что некоторые элементы управления могут найтись в совершенно неожиданных местах. И что настраивать управление на этом самолете, мягко говоря, не очень удобно. Ну а вот так вот Мираж выглядит снаружи. Довольно красивый самолет, как по мне. Ну да ладно, давайте приступать к рулению. И я еще забыл упомянуть о том, что на самолете Mirage F1 SE используется радионавигация, довольно типичная для истребителей третьего поколения. Но это означает то, что для полета на цель нужно использовать азимут и удаление от маяка Tekken. Тут, в общем-то, ничего нового и ничего особенного. Текс, ну вот, выруливаю я на полосу. Давайте встану вдоль оси ВПП. На рулении этот Мираж довольно-таки простой, стоит отметить, я думаю. У него нормально крутится носовая стойка, ну а торможение осуществляется при помощи раздельных колесных тормозов. Кстати, о них. Колесные тормоза зажал. Даю обороты двигателя. Колесные тормоза отпустил. Форсаж. Форсаж на этом самолете, кстати, активируется с довольно большой задержкой. И это нужно учитывать. Начинаю разбег вдоль оси ВПП. Ручку на себя. Задаю взлетный угол атаки аккуратно. Тангаж 10 градусов. Есть отрыв. Шасси убрал. Закрылки убрал. Ну вот, взлет произведен.
Ну а вообще стоит сказать о том, что Мираж F1 это такой очень продвинутый самолет по сравнению с другими самолетами третьего поколения, представленными в DCS World. К примеру, у Миража есть нормальный и удобный индикатор на лобовом стекле. Уже плюс. Если Илс перевести в режим посадки, то появится значок вектора скорости, который значительно посадку упрощает. И это прям хай-тек, поскольку, я думаю, вы помните, что там у F5E или у 21-го Мига вместо индикатора на лобовом стекле. Также у Миража F1 очень удобный индикатор угла атаки, который помогает нам не выйти на предельный угол атаки и упрощает посадку, поскольку с ним проще поддерживать необходимый угол атаки на снижении. Также есть очень удобный индикатор, который показывает положение шасси, закрылок и носков крыла, благодаря чему ты не будешь летать со случайно выпущенными шасси или закрылками. Плюс к этому на самолете очень продвинутый автопилот, есть режим удержания углового положения, есть режим удержания высоты, имеется режим полета на заданный курс, есть даже режимы для посадки, а именно режимы выхода на полосу и снижения в глиссаде. В общем, да, по сравнению с другими истребителями третьего поколения, Мираж это как космический корабль. Настолько он продвинутый в плане различных систем для своего времени. И теперь давайте быстренько пробежимся по вооружению. В качестве встроенной пушечной установки на самолете Мираж F1 используются две 30-мм пушки ДЭФа. На внешние точки подвески можно взять ракеты для ближнего воздушного боя, либо ракеты АМ-9 различных вариантов, или французские ракеты R-550 Magic 1. Ну а на внутренние точки подвески можно взять ракеты Матра R530 либо с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, либо с инфракрасной головкой самонаведения. Так вот, ну а под фюзеляж традиционно можно подвесить либо топливный бак объемом в 1200 литров, ну или ракету воздух-воздух R530, опять же с полуактивной или инфракрасной головкой самонаведения. Но имейте в виду то, что если вы подвесите под днище самолета ракету, то те же самые ракеты под крылья вы уже не сможете подвесить, и у вас будет всего одна ракета, так что имейте это в виду. Поэтому я бы советовал подвешивать ракеты именно на подкрылевые точки подвески, а под фюзеляж брать подвесной топливный бак, если осуществляете полет на какую-то большую дистанцию. Ну а касательно вооружения воздух-земля, у самолета имеется 4 подкрылевые точки подвески, на которые можно взять либо неуправляемые авиационные ракеты «Матра», либо можно взять бомбовое вооружение. Причем самолет может применять даже бомбы с лазерным наведением по внешнему подсвету. Ну а если вам не нужно лететь на какое-то большое расстояние, то под фюзеляж вместо подвесного топливного бака можно также взять бомбовое вооружение. Причем подвешивается либо одна бомба, либо целая вязанка аж из 4 бомб. Так что нагрузка у самолета довольно-таки внушительная, стоит отметить. Ладненько, давайте уже продемонстрирую непосредственно применение вооружения на этом самолете. В плане дальнего воздушного боя, если это так можно назвать, у Миража F1 все очень даже неплохо на самом деле, поскольку у самолета хорошая радиолокационная станция, по меркам третьего поколения, разумеется. И имеются ракеты воздух-воздух с радиолокационным наведением. Так что это не как на F5E, у которого РЛС есть, а ракет нет. Но тут нужно понимать, что ракеты Матра R530, представленные на Мираже, они такие огромные, толстенные, тяжеленные. И, как следствие, летают медленно и довольно быстро сливают энергию. Так что реалистичная дальность пуска ракет, ну, примерно 5 морских миль при лобовом схождении. Но я вам так скажу, что лучше с этими ракетами, чем без них. Зато, если они попадут в цель, то
супостату мало не покажется. Кстати, обратите внимание, что на Илс есть индикация выбранного вооружения и отметка разрешенной дальности пуска. И даже есть метка, которая отображает самолет неприятеля. Повторюсь, что для истребителя третьего поколения это прям чертовски продвинутая вещь, которая значительно повышает удобство применения. Ну и поскольку ракеты с полуактивной КСН, цель в захвате нужно удерживать вплоть до попадания. Бабах! И цель поражена. Ну вот как-то так это и работает. Ракеты хоть и медленные, но они очень мощные. Можно спокойно сбивать даже бомбардировщики. Так что наличие этих ракет – это явный плюс. А вот с ближним воздушным боем у «Миража F1» все довольно плохо, к сожалению. Проблема в том, что этот самолет конкретно так перетяжелен, и мощности движка ему просто не хватает. Из-за чего этот самолет просто сливает всю энергию на первом же витке, после чего барахтается без энергии на малой скорости, на которой он, кстати, крайне хреново держится. В итоге, когда ты слил энергию, просто уже ничего не можешь сделать, тогда как 21-й миг вокруг тебя просто издевательски нарезает круги. Так что да, хрен ты перекрутишь МиГ-21 БИС на этом самолете, из-за чего в ближний воздушный бой лучше просто не вступать. А то сольете энергию и до свидания. Блин, еще проблема «Миража F1» заключается в крайне хреновом обзоре в переднюю полусферу. И цель из виду потерять очень просто, когда она буквально прямо перед тобой находится. Но да, я чуть немного отвлекся. И если вы на «Мираже F1» слили всю свою энергию, то единственный шанс сбить 21-го мига – это как-нибудь по-хитрому пропустить его вперед и запулить ему ракету вдогон, когда он вперед пролетает. Но лучше, конечно, маневренный бой на «Мираже» вообще не вступать, потому что не для ближнего воздушного боя роза цвела у этого самолета. Вы, в общем-то, и сами видите, что против этого 21-го мига просто без шансов что-то изобразить в ближнем воздушном бою. И да, даже если задать одинаковую массу топлива этим самолетам, что само по себе является тем еще натягиванием совы на глобус, даже в таком случае «Мираж» будет прям значительно тяжелее 21-го мига при одинаковой мощности движков, по сути дела. Так что неудивительно, почему 21-й миг прям значительно лучше в плане ближнего воздушного боя, чем «Мираж F1». В общем, мы имеем очень продвинутый для своего времени самолет, который совершенно не способен вести ближний воздушный бой и просто не может довернуть на врага при минимальной потере энергии. Начинается вот это вот пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи. Просто потому, что двигло у самолета не тащит. А, и еще не лишним будет отметить то, что у «Миража» хоть и есть РЛС, но при этом нет какого-то режима поправки для стрельбы из пушки по воздушной цели. В отличие от того же F5E, например, у которого был просто шикарный режим для ближнего воздушного боя пушкой. Ну, в данном режиме воздушная цель перед самолетом захватывается автоматически, после чего мы уже получаем поправку для стрельбы из пушки по данной воздушной цели, и это прям очень удобно. А вот у «Миража», как я уже сказал, поправка на захваченную воздушную цель для стрельбы из пушки не дается. Хотя, по кому вы, блин, из этой пушки вообще стрелять будете? С учетом общей бревнистости самолета. Ну, разве что по каким-нибудь бомбардировщикам. А так, да, у «Миража F1» обычный гироприцел с возможностью задать дальность стрельбы в 300 или в 600 метров. То есть на этом самолете гироприцел даже хуже, чем у «Мустанга» или 9-й Торы, например. Там потому что можно было регулировать дальность стрельбы. Походу реально стрельба из пушки по воздушным целям на этом самолете не предполагалась. А если вам интересно, чем же закончилась моя эпическая схватка с этим 21-м мегом, ну я еще крутился с ним минут 10, блин, пока в итоге не смог пропустить вперед этот, блин, 21-й миг.
И запулил таки ракету ему вдогон. Как я и говорил, это единственный способ хоть как-то сбить 21-й МиГ в ближнем воздушном бою на этом самолете. Пуск. Хорошо, хоть ракета смогла довернуть на цель, а то я бы просто охренел. Ну вот да, ближний воздушный бой, Миражи F1, настолько противопоказан. Касательно вооружения воздух-земля же, ну, самолет не имеет баллистического вычислителя, и вооружение воздух-земля на нем применяется на глазок с выставлением принижения. Жаль, конечно, что баллистический вычислитель на самолет не завезли, и получается, что МиГ-21 БИС — это единственный истребитель третьего поколения, представленный в DCS, который имеет тот самый баллистический вычислитель и может точно применять вооружение воздух-земля по наземным целям. А вот на других модулях истребителей третьего поколения, извольте на глазок кидать по неподвижной прицельной метке. Нет, даже так можно попадать по наземным целям, если наловчиться. Но проблема в том, что без баллистического вычислителя стрельбу ты обычно открываешь с малой дистанции, чтобы хоть куда-нибудь попасть. И как следствие, при наличии у наземки хоть какого-то оборонительного вооружения, скорее всего, твой самолет просто в дуршлаг превратят. Ну а подводя итог, я могу сказать, что Mirage F1 это такой довольно продвинутый самолет для своего времени в некоторых аспектах. На нем реально много систем, которые упрощают жизнь пилоту. Также имеется приличная для третьего поколения радиолокационная станция, а также ракеты с радиолокационным наведением. Ну а из минусов модуля это, конечно, очень темная кабина, хреновый обзор в переднюю полусферу, отсутствие баллистического вычислителя, который есть у того же МиГ-21 БИС, например. Ну и отдельно стоит упомянуть то, что Mirage F1 крайне хреново проявляет себя в ближнем воздушном бою, из-за чего в маневренный бой лучше просто не лезть. Ну и да, на этом у нас на сегодня все. Надеюсь, это видео было кому-то интересно. И всем спасибо, всем до свидания.